Всем привет! Сегодня 6 июля. Мы закрылись на один день, на две ночи точнее получается. И сейчас я покажу вам видео с распаковкой нового рюкзака от проекта «Ледокол знаний». Вот это, для понимания, это то, что у меня осталось с путешествия в 2019 году, 60 лет, атомному ледокольному флоту России. Вот у меня вот эта флиска осталась. Я ее, если честно, вот с тех пор надевал, ну так, что, может, раз 10. Она очень теплая, и мы ее брали в основном вот на Красную Поляну. Вот как едем на Красную Поляну, я ее с собой беру. В принципе, ее одной, за исключением там февраля или января, достаточно. Вот, это флиска. Дальше. Шапка у меня осталась с того путешествия. Вот она. Ну и самое главное, это куртка, которую знают все подписчики моего канала. Она у меня уже такая, видавшая виды, но она очень классная. Она абсолютно новая внутри. И она прям, ну, капитальная. То есть вот в этой куртке я хожу зимой в Сочи. Первый раз я в ней вышел на палубу ледокола. Потом я в Мурманске гулял, и там видно было всех деток, которые вышли с ледокола, и еще оставались на 1-2 дня в Мурманске, и взрослые, впрочем. Вот, и мы видели друг друга издалека, бежали, обнимались, в общем, желали друг другу успешной там, жизни в будущем, чтобы все было хорошо, сбылись все мечты. И вот сейчас эта куртка здесь, снова в Мурманске, пока не на ледоколе, она в Мурманске. Ждет своего часа. Я снова в ней выйду на палубу ледокола и в ней буду на Северном полюсе. 2020 год. Ну вот, это не 2020 год, это просто 2020, потому что у меня она была в 2019 году. Видимо, эта коллекция 2020 готовилась. В общем, это очень классно. Сейчас я вам покажу то, что в этом году мы получили вместе с рюкзаком. Вот это три вещи у меня с прошлой экспедиции на Северный полюс. Куртка, флиска и шапка. Итак, вот такая история. Ледокол знаний 2022. Распаковка. Я, кстати, вообще первый раз, по-моему, распаковку делаю. Нет, у меня есть пара видео на канале, где я выписанные там подарочки себе распаковывал, и все. А это прям крутая, потому что за окном у нас Мурманск, полярный день, на часах у нас 22:50, то есть вот сейчас на улице 22 часа 50 минут. Вот это полярный день. Солнце очень высоко. Ну, в общем, вот как-то так. Итак, мы находимся в гостинице «Азимут». «Азимут» – отель «Мурманск». Классная, кстати, вещь. Мы тоже когда-то начинали с «Азимута». В общем, «Ледокол знаний 2022». Что находится в этом рюкзаке? Самое главное, на рюкзаке есть бирка. «Ледокол знаний 2022». Каюта 58. Я буду жить в 58-й каюте на ледоколе. Итак, начинаем распаковку. Что же у нас там внутри? А внутри у нас много всего интересного должно быть. Итак, блокнот. Ледокол знаний 2022. В блокноте много страниц. И надо будет оставить последние страницы для того, чтобы там разместить потом фоточки с самого проекта. Итак, блокнот. Так, что-то большое. Ух ты, поясная сумка, с которой буду ходить по ледоколу. Ледокол знаний 2022. С веселым белым медведем и чайкой. Чайки, кстати, вон иногда ходят по подоконникам с улиц. Итак, поясная сумка.
поясная сумка, это очень классно, это очень удобно. На самом деле, на ледоколе постоянно с собой какая-то канцелярия нужна. Если детям она нужна, то взрослым постоянно. Так, это у нас... Ух ты! Да ладно. Так. Это у нас балаклава. Прикиньте, вообще классно. Балаклава. В едином стиле все будем на ледоколе. Итак, балаклава. У нас есть балаклава. Дальше. Там что-то есть большое. Ухтышка! Смотрите, это термобутылка. Прямо классная и полезная вещь. Детям чай, взрослым кофе. Термобутылка Ледокол Знаний 2022. Вот это классно. Итак, пока упаковочку все в сторону уберем. Дальше. Здесь у нас 10 тысяч. Чего это? Зарядка? Да ладно, это зарядка? Обалдеть, это настолько полезная вещь. Я, кстати, с собой тоже взял. Да! Вы погляньте, какое чудо. Ледокол знаний. И это зарядка на два устройства. Класс! Итак, ледокол знаний. Зарядка. Есть. Дальше. У нас здесь что-то крупное. Так, опа-на! Даже распаковывать не буду. Это у нас перчаточки. А я взял олимпийские, кстати. У меня с собой олимпийские. Вот думаю, когда еще они понадобятся? Футболка. Футболка – это очень классно. Футболка. Ледокол знаний. Футболка вот прям вообще огонь. Футболка есть. Вот это вот что-то очень крупное, мы до него дойдем. Опа-на! Это парка и к ней. Шеврончики. Покоритесь. Так. Короче, я сейчас на секунду выключу, это аккуратно распакую, я не могу одной рукой. В общем, это оказалось флиска. Очень классная. Очень-очень теплая. Там сзади написано «Ледокол знаний». Сзади написано «Ледокол знаний». И вот тут на плечах, на предплечьях, тут, в общем, на плечах, тут, в общем, шеврончики можно клеить. И они разные, гляньте. При покорите Северного полюса. Есть. Это искусство, детка. Есть. Это наука, детка. Есть. И go в Арктику. Со схематическим таким изображением стилизованным. Ледокола 50 лет победы. Вот. Это флиска. Так. Это еще плюс вот этот рюкзак. Да, сам по себе он уникальный. И с ним, конечно, можно гулять и гулять. Так. Ручек, кстати, много не бывает. В цвет этого. В цвет. Глянь. В цвет зарядного устройства. Огонь. Так, что-то там еще у нас есть. Я не знаю, как это называется. В общем, телефон держать. Так, ладно, мне такая не нужна. Вот поэтому смогу кому-нибудь из детей подарить. А это у нас... Все, это у нас... Сейчас покажу. Я в шоке. В общем, это фантастическая, потрясающая куртка покорителя Северного полюса. Услышите чайки, да? Вот, если хотя бы одна сейчас сядет, но я вам покажу. Это обалденная куртка. Пам-пам.
И у нее на рукаве. Ага. 90 градус северной широты. Вот так вот. Какие кармашки! Она еще на молнии. Там можно столько всего спрятать. Ой. Все. Вы гляньте, как я укомплектован. Смотрите. Флиска. Куртка. Балаклава. Поясная сумка. Шеврончики. Зарядка — это вообще вот самая полезная вещь в любом походе. И вот эта вот термобутылка. Спасибо огромное организаторам. Это очень-очень-очень классно. Это настолько классно, это настолько необычно. Обалдеть. Ну там холодно будет. Но это вообще, это вот за глаза. Это за глаза хватит на Северный полюс в июле месяце. Обалдеть. Обалдеть. Шеврончики. Надо будет с собой взять. Всегда понятно, какое у тебя настроение. Еще и стикеры такие, наклеечки маленькие. Их можно будет наклеивать потом в блокнотик и использовать на разных играх с вожатыми. Я, кстати, тоже вожатый 5-го отряда. Это, вот это, я понимаю, экипировка. А, и самое главное, это все помещается. У меня вот сумка. Олимпийка. Вот. Сумка Олимпийка, куртка и флиска. И вот этот вот огромнейший рюкзак. Вот так вот. Чайки. Чайки кричат. У меня тут рядом выступ на стене, но чайки сейчас не ходят по нему. Я сейчас покажу, как выглядит Мурманск в 23 часа. Вот так. О! Вы погляньте, какое чудо! Вот она! Только я открыл занавеску, и тут же прилетела чайка. Красотка. Да, вот такая вот она. Стекла, кстати, разбивают в поисках еды. Это я, видимо, занавеску отодвинул, и она такая, фух. Ну-ка я гляну, вдруг здесь что вкусненькое. Вот он, Мурманск. Почти полночь. Ладно, все, на этом я обзор заканчиваю. Всем пока.